Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 5 июня, и у меня очередной выходной. Поэтому поедем сегодня, погуляем в парк ЦКПО на Елагином острове. Я уже, в принципе, дошел до своей станции метро. Вот вестибюль за мной находится, тут просто в тень стал, чтобы нормально можно было видео снять. Потому что опять сегодня солнечная погода хорошая. Хотя, знаете, все говорю, хорошая солнечная погода, теплая, но... футболки, допустим, я еще никогда не ходил. То есть коротким рукавом в этом году я еще никогда не ходил. Вот видите, даже сейчас, в принципе, ветровку одел на себя. Ну, сейчас не знаю, там сколько, наверное, плюс 17, плюс 18. Вот, сегодня, кстати, проснулся я уже в 9 часу утра, сделал кучу дел. Сегодня уже приготовил поесть, вот, постирал вещи. Еще, кстати, вечером стиралку должны привезти. Вот, а что еще? Уборку сделал, поэтому все. Ну, а теперь сейчас можно поехать и погулять. Просто море тюльпанов в парке на Елагином острове. Здесь вот тоже. Итак, это были фрагменты о том, как я провел выходной день. Честно говоря, уже что-то дальше снимать. Вот именно я сейчас снимаю видео, уже 11 час вечера. Вообще уже что-то желания сейчас никакого не было, но все-таки я собрался. Уже я же обещал в воскресенье что-то снять, что-то выложить. Сейчас по-быстрому смонтирую себя, выложу. Уж честно, что-то выходной сегодня прошел. Я часть дел в итоге даже и не сделал. Я просто не успел что-то сделать. Но все-таки не гулять надо. Когда выходной день, как-то все равно развеяться надо, потому что впереди 5-дневная рабочая неделя. Сложно представить, говорю такое. Вот, поэтому сейчас видео буду монтировать, и, в принципе, уже надо спать, ложиться. Еще что хочу просто сказать. Значит, у меня там про магазин «Маяк», да, типа, спрашивали, как печенье вот это в коробках, которое, да, я... Объясню это так, вот как на рынке покупали раньше, помню, в начале 2000-х, да, вот такой вот вкус, типа вот печенье, как на рынке, я вот до сих пор его что-то мне напомнил вот этот вкус, именно когда я их ел, вот, поэтому ничего больше такого сказать не могу, если вот кто-то помнит о том, какое было печенье на развес в нулевые годы, в принципе, вот такое вот оно и в «Маяке». И еще хочу рассказать, я когда 31 мая ездил, короче, по халтуре грузчиком в этот, в Пушкин и в Колпин, ой, в Колпино, в Тосно. Вот, кстати, в Тосно я был впервые, вот, ну, в принципе, что, небольшой городок, да, вот, по М10 проехались, в общем, нормальная дорога, мне понравилась, а обратно ехали по платке, по М11, там вообще шикарная дорога. Вот, это тоже просто хотел поделиться. А так, ну, в принципе, что, больше нечего рассказать. Потому что такое вот видео, да, не особо информативное, не особо, может, даже интересное. Честно, сейчас вообще что-то лень было снимать, потому что я с этими сегодня, со стиралками и прочее, у меня уже вот такая вот голова. Это я сейчас, знаете, немного успокоился, если бы я снимал бы видео час назад, я бы на очень больших бы эмоциях его снял. Вот. Так, значит, во вторник должна быть зарплата. Может быть, сниму про это видео, расскажу, если будет желание. Вот. Ну, а так, что, в принципе, рабочая неделя впереди. Не знаю, что, когда будет следующее видео. Вот, если что-то будет, значит, будет. Поэтому, друзья, на сегодня всем спасибо. Вот, всем пока.